Роги, Дубосарский район. Сельский храм построили из камней прежней церкви. Сейчас здесь архиерейское подворье Покрова Пресвятой Богородицы. История православия здесь давними корнями. В скалах над Днестром сохранились кельи монахов. Они жили здесь еще в XI веке. А самую первую церковь в Рогах построили в 1790 году. Остались ее очертания фундамента. В свое время церковь была очень, может, не по объему небольшая, но очень высокая. В хорошее время можно было увидеть колокольню, кресты аж с красных окон. Так старожилы говорят, что церковь Роговская была видна оттуда аж. Сегодня в селе более 700 человек. Небольшой и уютный храм вмещает в себя до 50 прихожан. Во дворе крест, который установили на камнях бывшего алтаря. Рядом монумент павшим Великой Отечественной. В нулевых на Роговский храм предъявляла претензии Бессарабская митрополия. У нее центр в Румынии. В 2007 году румынский синод, своим решением, как они считают, восстановил три епархии. Он восстановил Дубосарско-Заднестровскую епархию, но это вот как раз та самая территория румынской православной миссии транснестрианской 41-44 годов. И в рамках вот этого процесса им необходимо было, как вы понимаете, не просто как бы провозгласить, что есть такие вот территории или претензии на территории приходы на левом берегу Днестра. Была попытка перевести под юрисдикцию румынской православной церкви, вот этой самой Бессарабской митрополии, религиозную общину села Роги. Бессарабская митрополия с тех пор только усиливает позиции в Молдове. Каждый год в лоно румынской церкви переходят десятки храмов, а в молдавских СМИ пишут, священников переманивают деньгами. За согласие перейти под Бессарабскую митрополию платят до 2000 евро. Мы сейчас смотрим то, что делают на ту сторону Днестра, то есть переходят много церквей молдавской митрополии в Бессарабскую митрополию. Это делать для того, чтобы просто разлад был между людей, чтобы вот не было сплоченности, потому что если нас не могут, допустим, ломать войнами, другой формы, значит, берутся за душу, за религию, за самое сокровенное. Архиерейское подворье в селе Роги относится к Тираспольско-Дубосарской епархии, а так к Русской Православной Церкви. О том, что местный храм хотела починить Бессарабская митрополия, здесь никто не вспомнил, но вопрос изучали. В селе есть румынский лицей, он входит в систему образования Молдовы. Преподаватель этого лицея написал книгу целую о истории румынской церкви и молдавской церкви, там, с 41 по 2010 год, вот в том числе вот по Транснистрии. В этом году впервые за благодатным огнем из Молдовы отправилась официальная делегация Бессарабской митрополии, которая подчиняется Румынии. Ее сейчас поддерживают на государственном уровне. Бессарабский митрополит не раз встречался с президентом Молдовы. Периодически в отдельных молдавских селах вспыхивают конфликты между священниками и прихожанами, которые относят себя к разным епархиям.